Дворец детского и юношеского творчества города Чебоксары стал победителем всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России-2013». Его отметили в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования». Наша съемочная группа решила выяснить, в чем секрет успеха детского дворца. 5000 детей ежегодно приходят во дворец, чтобы получить творческие навыки. В этом им помогает более 100 педагогов и организаторов. Каждый десятый воспитанник практически ежегодно становится победителем и призером различных конкурсов. Во дворце работает 8 детских объединений по всем направлениям дополнительного образования. И каждый из детей, посещающих учреждение, абсолютно бесплатно и по собственному желанию имеет возможность заниматься по любому из выбранных направлений образования. Поэтому совсем не удивительно, что у такого учреждения богатая история, а также известность далеко за пределами республики. Экспертный совет, основываясь на открытых аналитических данных, это и при изучении сайтов, других документов и сообщений, представил свою позицию для экспертизы форума и предложил для участия Дворец детского и юношеского творчества, чтобы мы предоставили некоторые данные о нашей деятельности. Каждый год во дворце появляются новые отделения, кружки и секции. Детская политическая академия уникальна. Такого объединения нет в России, а 10 объединений имеют звание образцового. К юбилею столицы дворец должен преобразиться. На его реконструкцию выделено 2 миллиона рублей. Михаил Дементьев, Александр Петров, Республика.